Привет, продолжим реакции. Шиза и лук Монопо. У Аде заказывали мне тоже. Сейчас я быстренько скачаю. У нас еще есть с вами много-много времени. Целых, не знаю, сколько там минут идет клип. И, собственно, нужно немножечко поболтать. Все как всегда в кадре. Я могу, конечно, сидеть молча, но будет скучно, пока я скачиваю. Поэтому я болтаю. Раз, два, три. Восьмого марта вышел клип, кстати. Вот он намного лучше читает. Гвозди заливает. В песнях понты, понты. Кто понтей другого, грубо говоря, да. Но, как говорится, казах и кыргыз уже, да, и кыргыз без понтов, это беспонтовый казах, и беспонтовый кыргыз. Это такие шутки от Сабурова, скажем так, да. Вот, да, мне понравилась песня, очень классно зачитали. Мне нравится, что так четко-четко, прям слова так... Обожаю, когда прям четко проговаривают, без всякого там... растягивание, но вот это что очень четко, классно. Они читают, молодцы. В общем, мне понравилась песня. Точнее, рэп, не песня. Ну, там, кто как это воспринимает, скажем так. Речитатив классный, в общем, огонь. Все, пока.